В интеллектуальной игре к 29-й годовщине образования автономии приняли участие 32 команды. В их состав вошли по 2 педагога и по 4 ученика из образовательных учреждений Гагаузии. Ребята продемонстрировали знания о процессе становления гагаузской автономии. Охотно и ловко находили ответы на предложенные головоломки. Вопросы не были сложными. Мы живем в Гагаузии и должны знать ответы на эти вопросы. Я приехала с Гайдар, и мне не было сложно отвечать на вопросы, так как мы живем в Гагаузии и знаем хорошо историю. Это хорошо, потому что развивают все-таки мышление и развивают быстроту мышления. И если, допустим, получаем приз, это плюс настроение к новогоднему атмосфере. Начальник главного управления образования Гагаузии Наталья Кристева отметила, что интеллектуальные игры прошли на высоком уровне. Очень многие наши дети с удовольствием принимают участие в этих играх. Сегодня даже у нас такие микс команды. К детям присоединились еще и педагоги. Башкан Гагаузии участвует в этой интеллектуальной игре. Вообще нас очень радует, что сегодня для детей быть умным модно. Именно такой девиз у интеллектуальных игр, и мы играем в них уже 5-й год. Башкан Гагаузии поздравила учащихся с наступающим праздником. Она также наряду со всеми приняла участие в викторинах. Поддержала Евгения Гуцул команду из своего родного села Этулия. Я принимаю участие в составе команды из села Етулия. Это мое родное село. Действительно, я очень горжусь нашими учениками всей Гагаузии, потому что я вижу, как моментально они на все вопросы отвечают, находят ответы. Горжусь нашей Гагаузией. Хочу пожелать всем победы. Хочу поздравить еще раз с наступающими праздниками и, конечно, 23 декабря также отметить все вместе 29-летие принятия закона об особом правовом статусе и, конечно же, поздравить с этим праздником всех жителей Гагаузии. В результате упорной борьбы наилучшие результаты продемонстрировала команда лицея имени Дмитрия Карачебана муниципии Камрад. Второе место заняли учащиеся лицея имени Гавриила Гайдаржи муниципии Камрад. И на третье место вышли учащиеся лицея имени Михаила Губогла муниципии Чадырлунга. Алена Терзи, Григорий Ставилов, Алексей Герчуг, РТ Новости.